направляется. То есть надо его стараться сохранить постоянство скорости, направления, высоты. Сейчас сюда вот дойдем на это место и выполняем маневры, значит, в виде виражей, да? Вираж – это разворот на 360 градусов в воздушном пространстве на определенной высоте, с определенной скоростью и с углом крена. Крен – это как раз и есть вираж. Вот мы сейчас начнем выполнять. Высота у нас сейчас 100, скорость 150. Вот так наклоняем его, это крен 30 градусов. Выполняем разворот на 360 градусов. Разворот на 360 градусов как раз является законченным виражом. Все воздушные суда выполняют развороты таким вот образом. Вон тень наша, да, на земле промелькнула. Маленькая. Маленькая. Ну и деревья маленькие тоже под нашими. Не страшно? Немножко. Немножко есть, да? Вот. Значит, развернулись. Теперь выполним разворот вправо. То есть перекладываем штурвал в правую сторону. Вот таким образом, да. И выполняем правый вираж. Значит, чтобы уйти от снижения, надо штурвал чуть-чуть потянуть на себя. На себя тянем, и он набирает высоту. Вот мы выполнили вираж, значит, на 360 градусов. Теперь покажу, как выполняется разворот на 180 градусов по одной и той же линии пути. То есть, допустим, вправо отворот на 90 градусов. И тут же, значит, 90 градусов когда выполнили, тут же влево на 270. Выполнили стандартный разворот. Это одна из схем захода на посадку всех воздушных судов. Так, где наш пионерский лагерь, покажи мне. Вот там. Правильно, вот туда летим, значит. Чуть-чуть от себя плавно, он тогда не будет набирать высоту. Нам высота достаточно, 100 метров. 100 метров это минимальная безопасная высота. Вот можно осмотреть воздушное пространство. То есть линия горизонта видно четко, да? Да. Видимость сейчас порядка где-то 50 километров. То есть мы можем видеть край. Это будет удаление 50 километров. Ну давай мне ручку и будем заходить на посадку.
отлично. Очень понравилось. Было все видно. А конкретно, да. Сам управляешься вот так вот, поворачивает, там наклоняет в сторону. Тренировкой, как сказал, навыки нужны.